Увлечение, вот так вот, усиление мер против коррупции. 12 лет человек, пойманный за махинацию захищения государственных средств, не может попасть в правительство. Это смешно. Человек на Западе, который был в этом увлечен, никогда больше не подойдет ни к правительству, ни к каким другим органам. Это черные списки. Почему они так держатся за свою работу? Почему они так ее уважают и ценят? Потому что если полицейский взял взятку, он никогда больше не будет в полиции, а также в других социальных сферах государственной работы. А, соответственно, он лишается все льгот. И у меня остаются очень плохие работы. Ассенизация, уборка. Люди как-то ответственно относятся. А у нас всего лишь 12 лет. Потом будет еще корректировка, потом может быть 10, потом может быть 8, потом за сослуги что-нибудь еще. Это абсурдно. А по поводу хищения, ну, я не знаю, пока что одна голова дракона борется с другой головой дракона. Потому что коррупция, хищение, откаты — это принцип этой экономики. С чем мы боремся? Сами с собой?